Вот такие тыковки у меня получились. В школу ходить не будешь, не будешь учиться? Грязно. Будет грязнуля. Что ты делаешь? Парфюм. Какой еще парфюм? У меня закончился. Посоветовали мне, можно так сказать, поменяться комнатами с Максом и с Каролиной. О, май гад. Всем привет, ребята. Доброе утро. Маргарита дома. Почему же Маргарита дома? Она только что пришла. Время 8:30. Ученицу отправили же на этот... Что такое у меня с этим? С языком. Учитель пошла делать тест на коронавирус, поэтому у них сегодня уроков нет. Ну как, какой у тебя первый урок был? Физкультура сейчас была? А потом? Сегодня еще раз идешь? Да. 10. В 10? И какой урок? Французский. А, французский. Ну, вот учительница не преподает, он французский. Там другой учитель. Вот, так что пришла Маргоша домой, все остальные в школе. Сейчас я буду монтировать влог, который мы вчера снимали. Поэтому и завтра, скорее всего, нет, да, уроков? Нет. И всю неделю, наверное. Я сейчас буду монтировать видео. Влог, который вчера снимали, небольшой. Я вчера сидела, рисовала ночью. Мне не спалось, мне захотелось рисовать на осеннюю тему. Вот такие тыковки у меня получились. Пампкин. Вчера рисовала. Где-то за часик, наверное, нарисовала. До 12, в общем, я рисовала. Где-то 10:30 начала. И в 12 закончила. Часа полтора. Нужно еще что-нибудь сегодня нарисовать. Самое сложное – это вот цвета подобрать. Вот. Мама, ты мне должна помочь здесь. Что здесь надо? Я не знаю, мы такого никогда не проходили. Нужно смотреть, какие... Мы такое никогда не делали, я не знаю, что это такое. Ну, нужно смотреть. Что за фигурки? Сколько квадрат, сантиметр. Угу. И потом что? И те, которые то же самое, то есть... По размеру их нужно сюда написать. Ага. Например, A и F то же самое. А, понятно. Размера. Угу. А так, гулять. Я тоже себе решила сделать хлопья. Маргарита сидит, хлопья кушает, я тоже хочу. Нужно было, наверное, 2 коробочки купить таких хлопьев. Быстро съедим. Так. Маргоша сейчас уже пойдет в школу. Через полчаса. Тебе осталось 30 минут. Тебе ровно в 10 надо там быть? Не, я сама не знаю. В смысле не знаешь? Как ты не знаешь, а сколько тебе в школу, Маргош? Получается, ты вернешься так же, как и Ксюша, да? Закончишь уроки. Что, это задание? Да, это домашнее задание, потому что наша учительница же болеет. А ты что думаешь, в школу ходить не будешь, не будешь учиться? Давай, иди. Все, пока. Пока. Покажи. Угу. Давай. Ну все. Ей прям нравится, чтобы вообще ничего не торчало, ни одной волосинки. Прям все зализывать надо. Каждую волосинку мне показывает. А почему это? Потому что коротенькие они у тебя, поэтому выпадают. Они еще... Не подросли, не выросли. Все? Может, шортики надень, жарко на улице. Ага. Шортики иди переодень. Нет. И в школу. Я хочу Бонни искупать. Угу. Бонь, пойдем купаться. Бонни купаться! Шерсть грязная, да. Только закрыть нужно. Ладно, ладно, ладно. Давай снимай. Нужно ей немножечко. Какой спокойная собака. Не горячая вода? Нормальная уже. Собака моя спокойная, такая девочка. Помыться надо, помыться, да, Боня? Нет, 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 так не делай, так не делай.
Вот так ушки ей нужно, чтобы она закрывала. И вот так вот на нее поливаешь. А, Бонни, 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 Бонни. Все. Постик опусти свой. Вот так вот хорошенько помой. Давай мы оставим, чтобы она там только палочку. Не, зачем? Палочку. А потом что, она пойдет на улицу и все. И потом уже будет некрасивая, да? Грязная. Будет грязнулька. Вонька. Да, смотри, что ты делаешь. Я смотрю. Бонни, а ты не Бонни. Нет, король наш не Бонни. Бабочка, идем, идем, идем. Тихо, тихо. Голову держи ребенку. Голову придерживайте, пожалуйста, вашему малышу. Головку придерживаем, придерживаем. Идем в школу. Аккуратненько. Так, сушить я решила ее на улице, потому что она очень сильно лезет, и если буду сушить ее дома, то об этом вообще что-то будет. Все, сильно я ее не буду сушить, у нас все равно жарко, поэтому она сама подсохнет. Немножечко ее подсушила. Все, теперь отпускай, пусть бегает. Нет. В озере она купалась, мы же ее не сушили, там она сама сохла, поэтому сегодня очень жарко, сама высохнет. Пока. Пока. Давайте. Что ты делаешь? Парфюм. Какой еще парфюм? У меня закончился мой. А ты мне скажи, пожалуйста, ты вот этим мылом на себя будешь это мыло брызгать? Угу. Так у тебя это же есть... мыло, это крем. У тебя же белу есть, спрей. Да, но они не вкусно так. В смысле невкусно пахнет? А это вкусно пахнет? Они уже надоели. Ты все выльешь, мимо все льется. Почему все мимо льется? Хагрид. Травку полила. Да, ну как, пахнет запах приятный. На одежду будешь прыгать? Он знаешь, что сказал? Я тоже хочу делать, как Маргарита, пурфум. Пурфум он будет. Он будет пурфум делать. Понимаешь? Да. Видите, что я задумала? В общем, я решила вот эту мебель, вот эту вот полочку, шкафчик и стол покрасить в белый цвет. Потому что, не знаю, в основном у Макса с Каролина белая мебель, кровать белая. Посоветовали мне, можно так сказать, поменяться комнатами с Максом и с Каролиной. В принципе, я не знаю, почему мы сразу этого не сделали, не подумали. Вот наша комната, мне кажется, им здесь будет намного больше места и удобней. Я сюда даже не захожу. Я переоделась, воспользовалась моим шкафом и все. Я вышла отсюда и больше я сюда не захожу. Но детям, дети постоянно играют в комнате, мне кажется, им здесь сейчас очень тесно. Раньше не было вот этой вот тумбочки и стола, да, нормально, в принципе. Кровать задвинула, и места хватает. Но сейчас там стоит парта, стоит еще вот эта вот тумбочка. Ну, здесь просто, не знаю, просто как-то все, не знаю, столько мебели, очень мало места, и здесь так тесно. Что ты ломишься? Там открыто же. С той стороны открыто. Да. Иди Маргариту ищи. Так, я уже пропылесосила, закончила только пылесосить. Девчонки еще в школе. Маргарита уже хочет начать делать приглашение на свой день рождения. Ты у них спроси, и точно они смогут прийти. У всех спросила? Ничего, не у всех. А, ну ладно, ты, в общем, отправишь пригласительное, а там уже... Да, там они уже сами решат, приедут, не приедут. Только я не знаю, сможем ли мы снимать твой день рождения, потому что не всех можно... Нельзя? Нет. Жалко, ребят. Заснять сможем? Мы просто на YouTube не выложим тогда. Только так. Может, часть какую-то, чтобы девочки не попадали в кадр. Албы можно? Угу, конечно. В общем, может быть, если получится, то снимем. Тех девочек, кого только можно. А те, кому нельзя, те будут в сторонке, да? Вот такую вот рыбку мы купили в Германии. У нас же была, тоже была в челлендже рыбка. Да, она очень вкусная. Мы такую уже брали, да? Такую же брали? Наверное. Только потом руки вонять будут.
Не открывается. Копченая рыбка. Копченая. Ножом. Или ножницы. Так, а я уже пробую покрасить. Вроде как бы это ложится краска, но придется, может, на 2-3 раза красить. Вот так вот. Не знаю, нужно вытащить мебель туда на улицу. Ребят, посмотрите, что я сделала. Вот так вот должно получиться. Просто вот это вот я еще по-другому. Больше сюда нужно было написать. Сюда. Вот так вот потом получится. Потом я вот это вот на карточку наклею, потом в карточку напишу. Или, может быть, сразу сюда, сзади. Не будет красиво выглядеть. Это я наклею на карточку и потом буду писать в карточку. Так, сейчас я вот это вот еще раз напишу сюда. Где мой телефон? По-моему, там, на кровати. Где мой телефон? Я не могу найти мой телефон. Она потом... А, вот он. Вот это мне еще нужно сюда написать. И потом будем... Потом я вам покажу, что дальше будем делать. И потом разукрашивать пленочку. И потом добавлять просто водичку. Я не знаю, куда я дела мою брызгалку. Ладно, пойду потом поищу. Так, сейчас мы выберем цвета. Я выберу такой вот синенький. И какой-нибудь еще такой розовенький здесь. Вот такой вот. Все, вот фокус. Вот такие вот цвета я возьму. Сейчас мы пойдем поищем брызгалку. Я не знаю, где. Так, наушники. Пошли искать брызгалку. Ой, упала даже карточка. Ой, так. Теперь мы берем вот эту вот штучку и кладем сверху. Так, мне нужно сейчас посмотреть, чтобы было ровно. Потом так снимем. Ух ты, ребят, я уже вижу. О, май гад. Посмотрите, как красиво. Я не знала, что так красиво выйдет. Мама мия. Вот так вот потом выглядит наша карточка. Здесь написано для кого. И здесь еще такая вот штучка. Папа у нас заказывает билетики на завтра. На Софи отель. Поедем завтра фотографироваться. Нужно заранее забронировать, купить билеты на определенное время, потому что нельзя, чтобы заходило много народу, поэтому у нас, в общем, мы, получается, у нас будет 2 часа. Мы там будем одни, именно в это определенное время, когда мы придем, и у нас будет 2 часа. Вот. Чтобы там народу не толпилось много, ну, зато мешать никто не будет. Где? Вот это золотые, да, это мои. Это мне бабушка подарила, да. Так что не потеряй, смотри. Как они золотые? Почему? Золотые. Потому что ты давно не носила сережки, поэтому тебе. У меня точно так же. Я уже давно не ношу. Когда я надену, у меня чешется и раздражение было. Не знаю. Я хочу годики опять одеть. Я не знаю почему, но у меня тоже краснеет и чешется. Ладно, все, мамочка, давайте. Я не могу найти мои другие карты. Что бутылка? Вон там? Под этим, по низу. А сколько ты сделала? Это еще нужно. Это сколько ты сделала всего? Всего я сделала больше. Где-то 8-9. И куда ты их положила? Другие, вот сюда, они все здесь лежали. Наша Каролина забрала. Я или ты забыла, куда положила? Нет.